Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам.2018 год объявлен в Кызыле годом пассажироперевозок. Такое решение было принято на 48-й сессии Хурала представителей в рамках муниципального часа. Загрузить или дозагрузить Кызыл новыми маршрутами в Хурале представители рассчитывают как за счет частников, так и увеличение числа муниципальных автобусов на дорогах столицы. Городская программа нацелена на улучшение качества пассажирских перевозок. В частности, уже в этом году автопарк должен пополниться 20 новыми автобусами, 14 из которых с бензиновым двигателем, а 6 будут заправлять природным газом. Муниципалитет при этом рассчитывает на помощь региона. Отмечается, что город будет участвовать в торгах на новые маршруты наравне с частными перевозчиками. Создание муниципалитетом конкуренции предпринимателям, как ожидается, приведет к улучшению качества услуг. Несмотря на то, что в мэрии уже имеются планы новых маршрутов, к разработке расширенной схемы перевозок муниципалитет планирует привлечь и горожан. Уже сейчас любой желающий может предложить свой маршрут. Городская администрация, в свою очередь, будет аккумулировать все предложения, анализировать и формировать на их основе наиболее востребованные маршруты с точки зрения жителей столицы. Предложения принимаются до 15 декабря. А к концу года муниципальные власти планируют свести их вместе, обсудив эти предложения со специалистами. Накануне в Главном управлении МЧС Тувы прошла церемония награждения регионального фестиваля «Созвездие мужества» по тематике безопасности и спасения людей. В актовом зале ведомства собралось более 100 человек – те, кто ежедневно стоит на страже безопасности жителей республики. Среди награжденных и старшеклассник Начинка Расал, который был отмечен ведомственной медалью МЧС России за отвагу на пожаре. Расал Начин Борисович представлен к награждению медалью МЧС России за отвагу на пожаре. Начин Карасал – учащийся Тувинского государственного лицея. В январе этого года спас из горящего дома своего соседа. История произошла вечером 1 января в частном секторе Кызыла. Начин, находясь во дворе своего дома, почувствовал резкий запах гари. Оглянувшись, он заметил дым, исходящий из соседнего дома, где проживает инвалид-колясочник. Обнаружив, что входная дверь в дом соседа снаружи закрыта, подручными средствами мальчик открыл засов. Из дома пошел густой едкий дым, но Начин не растерялся, зная, что сосед не может ходить, громко окликнул его по имени. Услышав тихий голос, юноша вошел в дом. Он схватил мужчину за ногу и, несмотря на то, что потерпевший в два раза больше его самого, прикладывая огромные усилия, спас его из горящего дома. На церемонии присутствовал и отец Начина, которого в момент награждения сына переполняли чувства. Довольный я все это видел. Да. Гордостью видел себя. С детства он такой веселый и подвижный был ребенком. Но на этот раз он... Ну, проявляя свое мужество, шел на помощь на беспомощном положении человека. Как признается сам юноша, он не считает свой поступок героическим и уверен, что каждый бы на его месте поступил так же. Ну, это, я скажу, инстинкты, наверное, просто помощь человеку. Тут просто я не знаю, просто не так получилось сразу, не обдуманно. Далее среди номинантов фестиваля были и представители органов местного самоуправления, которые вносят большой вклад в предупреждение пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также в повышение культуры безопасности жителей Тувы. Лучшей добровольной пожарной командой объявлен коллектив сельского поселения Байтал Байтагинского района. Также на церемонии чествовали победители конкурса «Лучший по профессии». Награждены 13 специалистов Главного управления МЧС Тувы и подведомственных учреждений. Жители Байтагинского района создают рабочие места для граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения. По итогам конкурсного отбора бизнес-проектов, ранее безработная многодетная мать Айланма Хертек получила государственную поддержку в размере более 111 тысяч рублей на открытие мини-пекарни в селе Теле. На сегодняшний день начата реализация производимой хлебобулочной продукции в виде хлеба, сдоб и булочек. Данная мини-пекарня является источником дохода семьи Хертек, так как в семейный бизнес вовлечены все члены
органы семьи. Второй получатель господдержки по программе «Труд и занятость» РСХРТЭК, который ранее состоял на учете в Центре занятости населения Байтагинского района, открыл цех по изготовлению тротуарной плитки. При получении государственных денежных средств будущий предприниматель обязался в перспективе трудоустроить двух безработных граждан, освободившихся из мест лишения свободы. В Туве с 1 декабря стартовала акция по списанию пени за капремонт. Продлится она до 31 декабря. Такой метод стимуляции платежей в республике применяется впервые. Пени могут списать, даже если долг копился годами. Предоставлять фонд квитанции об оплате для погашения долга нет необходимости. Все платежные операции автоматически отразятся в соответствующей базе данных. Списание пени будет отражено в квитанции за январь 2018 года. По состоянию на 1 декабря сумма неоплаченных счетов горожанами за капитальный ремонт составляет более 100 миллионов рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 69 копеек, евро 69 рублей 63 копейки. Е капиталын пажин садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузаларбыз. Сэс 600-700-500-10-10. Акция «В мире обоев». Новый год с новым интерьером. При покупке от 3000 рублей до 31 января вас ждет новогодний подарок. «Мир обоев. Энергетиков 3». Магазин «Ортооптика». Огромный выбор оправ, солнцезащитных очков, антифар, ортопедических изделий, а также средств по уходу за очками и линзами. Ведется прием офтальмологом. «Ортооптика». Смотри на мир ярче. Почта В 30, Дом профсоюза, 605-27. В Республиканской психиатрической больнице провели консультирование родителей детей-аутистов в рамках декады, посвященной Международному дню инвалидов. Специалисты Минздрава и Минтруда Тувы рассказали об особенностях заболевания и льготах для маленьких пациентов. Сегодня на учете в Республиканской психиатрической больнице состоят 48 детей от 6 до 18 лет с диагнозом «ранний детский аутизм». Большинство несовершеннолетних проживают в Кызыле. Специалисты отметили рост числа детей с диагнозом «аутизм». Практически все дети, состоящие на учете, обследованы в условиях стационара. Они получают медикаментозную и психокоррекционную помощь, консультации окулиста, невролога, психолога и логопеда. После выписки из стационара им назначается лечение в амбулаторных условиях по месту проживания. Министерством здравоохранения ежегодно выделяются квоты в Российский реабилитационный центр детства в Москве. Сегодня более 2000 старшеклассников республики написали итоговое сочинение по русскому языку, которое идет как допуск к основным экзаменам ЕГЭ. Приблизительные темы задания школьникам озвучили еще в начале учебного года. Как отмечают в Министерстве образования и науки Тувы, итоговое сочинение прошло в 56 пунктах по всей республике. Кроме того, открыты 4 пункта на дому. Это не только выпускники образовательной школы, это есть у нас 11-классники, конечно, самое подавляющее большинство, выпускники 12-х классов, это вечерние школы, учащиеся средних профессиональных образовательных организаций, техникумы. У нас также мы создаем условия для всех категорий ребят. Те обучающиеся, которые находятся в колониях, в местах лишения свободы, они тоже сегодня имеют право принять участие в этой процедуре, написать изложение. Они пишут не сочинение, а пишут изложение. И ребята по состоянию здоровья, которые с ограниченными возможностями здоровья, для них организуется пункт написания сочинения даже на дому. Всего на сочинение отводилось 4 часа. Доржу Санчат, учащийся Тувинского кадетского корпуса, выбрал близкую для себя как кадету тему «Смелость и трусость», так как в будущем намерен продолжить военное обучение. Есть много ярких примеров того, этой темы в художественной литературе и в жизни. И тема достался такой: какие поступки можно считать смелым? Наш земляк, герой Советского Союза Хомушку Чергюэл. Потому что у него нет никакого трусости. Он своим танком пошел на таран и принес победу.
Работы будут оцениваться по 5 критериям. Чтобы получить зачет, нужно получить удовлетворительную отметку за 2 основных показателя и хотя бы 1 дополнительный. В число обязательных критериев входят соответствие теме и аргументация, то есть привлечение литературного материала. Результаты будут известны 20 декабря. Если выпускник получит неудовлетворительный результат или отсутствовал по каким-либо уважительным причинам, то он сможет пересдать 7 февраля или 16 мая следующего года. Кызылчанка Алевтина Чулюш стала дипломантом 13-го всероссийского конкурса имени Рахманинова. 22 ноября в Новгородском областном колледже искусств имени Рахманинова прошел 13-й конкурс молодых исполнителей, студентов музыкальных колледжей и училищ России. Общероссийский конкурс был посвящен 145-летию со дня рождения композитора. В этом году впервые принял участие Кызылский колледж искусств имени Чергалола, который представила студентка 2-го курса фортепианного отделения колледжа Алевтина Чулюш. Месяцы напряженной работы не прошли даром. Решением жюри Алевтина удостоилась диплома конкурса. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные», ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. В Кызыле облачно, без осадков. Ночью минус 24, минус 26 градусов, днем минус 16, минус 18. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ороданне погода облачная, небольшой снег. Температура воздуха утром минус 22 градуса, днем минус 12. На Полке пасмурно, снег. Температура утром минус 15 градусов, днем минус 9. В Танзыбе пасмурно, снег. Температура утром минус 20 градусов, днем минус 12. По всей трассе проезд удовлетворительный.